А мне говорили, мол, будь собой, тебя и такой полюбит. Ну, я и не скрыла характер свой. Подумала, а что будет? Все карты раскрыла я, от души бросая о стены блюдца. Смотрю, разбежались мои женихи и крикнули, что не вернутся. А мне говорили, достоинств не счесть, невесты будешь завидной. Скажите, что делать, когда кони есть, а принцев как-то не видно?